называется «Урок музыки». Я желаю, чтобы в сердце каждого из вас звучала своя особенная мелодия, которая будет сопровождать ваши чувства. Что с моим сердцем? Как оно бьется? Ты слышишь? Я проиграла. Ты мне велишь раздеться. Это не проигрыш, а музыкальный выигрыш. Слушайся в звуки клавиш безумного сердца. Не убежишь, не пытайся. Лови, создавая аккорды, слушай каждую ноту. Владей роялем тонкой своей души. Минорные ноты диминуэтным манером тебя уведут от печали. Выучи грамоту нот, овладей искусством и убери метроном, он убьет харизму в ровных ударах сердца. Не сыщешь чувства в ровных ударах сердца. Так мало жизни. Выше бери октаву, рискуй, пытайся. Если пугает тон, измени тональность в темпе мазурки, реквиема, польки, вальса. Все перепробуй, врежься в гениальность собственных чувств. Ведь это не просто стуки. Ты Шостакович, Моцарт, Бах, ты этюд Шопена. Если поймешь, какие у сердца звуки, сердце начнет звучать в унисон с Вселенной.